Но мне кажется, что самый страшный грех в жизни человека – это причинение вреда здоровью, либо лишение жизни другого живого существа, либо человека, если мы говорим об отношениях людей. И хуже греха быть не может. Конечно, можно бесконечно дискутировать на тему, там, не знаю, просто причинение вреда человеку, там, не знаю, запереть его в клетке, содержать 50 лет, это, наверное, страшно, но это больше исключение из правил, нежели систематические взаимоотношения. Вот. Ну, как бы грех – это слово такое очень церковное, что ли, ну, как бы из разряда какой-то веры. И я не являюсь человеком верующим, несмотря на то, что верю в какую-то высшую силу, но, в общем, не склонен слушать людей религиозных. Я не верю в религию. Поэтому, в общем, не отталкиваюсь от самого понятия грех, потому что боюсь грехов. Боюсь, в общем, сделать что-то, за что меня потом в какой-то абстрактной, послежизненной, не знаю, ситуации возьмут, накажут, посадят на сковородку там, и будут вечно жарить. Понимаете, то есть мне кажется, нужно бояться не того, что будет с тобой в качестве наказания, а что будет с тем человеком, который ты причиняешь этот самый вред, и насколько ты используешь свою силу и возможности для того, чтобы созидать, а не разрушать. И грех, наверное, думать иначе.